Бро, не жалей подписку и лайк для своей мамы. Чикинган наконец-то добавили секретное оружие. Обязательно смотри до конца, чтобы его увидеть. Ребят, ну я в первую очередь хотел бы попросить вас подписаться на мой канал, потому что до отметки в 10 тысяч подписчиков осталось реально совсем немного. Если вы подпишетесь, вы мне тем самым поможете добить эту цифру, а это будет очень круто. Так что надеюсь на вашу помощь. Ну а в сегодняшнем видеоролике я вам покажу настоящее секретное оружие, которое добавят в Чикинган. Это никакой не кликбейт, это оружие реально могут добавить в Чикинган. Досматривай до конца, а мы начинаем. Ребят, сейчас ситуация в мире все же плохая и очень критическая, то все равно... Хоть и обновление, скорее всего, выйдет еще не скоро, но вот это реально могут добавить в Чикинган. Если что, все материалы я взял с канала Хлебоутка, если что, на оригинальный видеоролик, ссылка в описании. Ребят, без лишних слов я вам показываю вот это секретное оружие, вы только посмотрите, как оно круто выглядит, это просто какая-то жесть. И это ведь реально очень сложно назвать концептом, и это нам реально могут добавить в Чикинган. Вы просто посмотрите, как выглядит это оружие, оно просто реально очень крутое и прикольное. А также оно выглядит реально как настоящее, будто какое-то секретное обновление, которое еще не вышло. Обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и рекомендую видеоролик абсолютно всем, кому можно, чтобы этот видеоролик, а также и видеоролик Хлебоутки залетели в рекомендации, и разработчик увидел это видео и добавил это секретное оружие. По моему мнению, хоть обновление не выйдет еще долго, но я думаю, что разработчик старается и придумывает что-то новое, чтобы поскорее его выпустить. Если что, оружие называется Посох Матрицы, и было бы очень прикольно, если бы это реально ввели в Чикинган. Ну а на этом все, друзья, обязательно пишите в комментарии свое мнение, нужно ли это оружие в Чикинган или нет. Также не забывайте, конечно же, подписываться и ставить лайк, а также жать колокольчик, ведь все это очень важно. Также переходи на видеоролик, который высветился у тебя прямо сейчас в середине экрана, он тоже очень годный, посмотри его, я тебе его рекомендую. Ну а с вами был Халар, до скорых видеороликов и всем пока.